Эта собака отказывалась рожать щенков. Узнав причину, я рыдал, как ребенок. Эта трогательная история не может остаться без внимания. Джава, двухлетняя собака породы боксер, была брошена хозяевами. Они просто съехали, оставив пса в одиночестве на заднем дворе. Это бедное животное могло умереть от голода. Более того, Джава была беременна. Напуганная, она была не готова рожать. Она боялась привести в жестокий мир своих беззащитных малышей и держалась до последнего. Женщина, обнаружившая пса, отвезла животное в клинику. На следующее утро спасатели увидели Джаву уже не одну. Собака дала жизнь 9 крошечным щенкам. Какое счастье, что все щенки и их мама обрели новые дома и хозяев, которые их не оставят. Не бросайте тех, кого вы приручили. Так могут поступать только настоящие чудовища. Нельзя предавать существо, которое тебя любит. Поделись этой историей с друзьями. Пусть больше людей узнает о этой истории, и, возможно, мир чуточку станет лучше и добрее. Самое главное – начать с себя. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.